Удар передней частью кулака по туловищу атакующего. Атака. Удар ногой вперед. Защита. Нижний блок предплечьем левой руки. Толчок стопой правой ноги. Подколенный сгиб правой ноги атакующего. Перевод его на колени. И добивание. Удар ребром ладони по шее. Удар кулаком в голову. Защита. Средний блок ладонью снаружи. И контратака. Удар снизу передней частью кулака из-под плеча атакующей руки. Атака. Удар ногой в сторону. Защита. Захватить стопу атакующей ноги. Перевести противника в неустойчивый положение.